Друзья, всем привет! Вы снова на канале Epic Board Shop TV. И у нас сегодня очередной видеообзор по заявкам наших радиослушателей, которые попросили сделать обзор на крепление NAU. Для примера я взял крепление NAU про модель легендарного Джереми Джонса. Конечно же, много разных споров вокруг крепления NAU. Давайте, конечно же, с вами вместе разберемся, посмотрим, что это за крепление и в чем же основное отличие от других производителей. Смысл заключается в том, что у вас есть определенная такая платформа, которая крепится непосредственно на сам сноуборд с помощью монтажного диска. Все как обычно, вы выставляете градус, свою стойку. Также есть база, и с помощью специальных таких шарниров, ну, если мы окончательно, скажем так, уже переходим на скейт, на тему скейтбординга, кто-то называет это кингпины, ну, и можно назвать это втулки, неважно, база крепится, собственно, как раз к этой платформе. Смысл этих креплений в том, что у вас получаются своего рода качели. Когда вставляете ногу в крепление, фиксируете ее, у вас получается крепление, они относительно сноуборда подвижно. И, собственно, получается, что нагрузка на передний и задний кант происходит более эффективно и более ярко. Также в комплекте идут специальные, опять же, поскольку мы в таком полускейт формате, бушинги, райзеры, ну что угодно, они сделаны из полиуретана, они имеют разную жесткость, они крепятся непосредственно на четырех точках базы, поэтому тоже можно вот это усилие именно качели его увеличивать, либо наоборот уменьшать. Это интересная технология, но я считаю, что самый главный плюс, этой технологии, это не в том, что вы там будете супер делать какие-то дуги, супер там карвинг и так далее, а я считаю, что это очень комфортное крепление. За счет бушингов, за счет платформы, за счет качелей действительно у вас получается такой некий комфорт. Во всех же других отношениях это абсолютно современное крепление, изготовленное из современных материалов с применением там нейлона, стекловолокна, собственно, стрепы выполнены из материала EVO, очень достаточно комфортные анатомичные стрепы, приятные бакли. Мне также укрепление, поскольку у нас сегодня в обзоре про модель Джереми Джонса, легендарного, опять же, фрирайдера, для некоторых имя Джереми Джонса — это эталон фрирайдинга. Мне показалось, что действительно очень сделан интересно реализован хайбэк. То есть геометрия хайбэка, мало того, что он имеет асимметрию, он еще такую имеет очень крутую боковую поддержку. При этом они еще действительно не тяжелые, несмотря на эту всю такую конструкцию, такой трансформер. Они действительно достаточно легкие. Очень крутая платформа из материала EVO, призвана погасить максимум вибрации, при этом без потери передачи энергии на доску. А также пожизненная гарантия на базу, поэтому для тех, кто сомневается, что наличие большего количества деталей ведет, скажем так, к какой-то частой поломке. Все действительно сделано очень просто, но при этом достаточно технологично. Поэтому я думаю, что любителям комфортного катания, любителям погонять по трассам, опять же, популярный сегодня такой стиль с банкет скарвинг, такие, скажем так, короткие повороты в контруклонах, я считаю, что действительно для такого стиля катания вот это крепление, ну, мне кажется, подойдет. Друзья, спасибо, что смотрели, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, до новых встреч, пока!